Привет тебе, мой дорогой друг. Сегодня я покажу, как из бросового материала можно сделать очень полезные вещи. Материалы это у нас вот такие вот бутылки из-под молока. Вы можете использовать любой, в принципе, пластик. Что же нам потребуется? Потребуется пластик, кусачки и вот такой вот в данном моем случае болт М5. Также нам понадобится любой, повторю, любая головка по вашему размеру, по вашему, то, что именно вам требуется. Мне же удобно держать ее в руках, и вот именно головка на 24, снизу я ее просто накинул вороток, и все. Это сделано лишь только для этого, ну и плюс удобнее она стоит. Мы сейчас нарежем пластика немного, вот таким вот образом, и в дальнейшем просто нагреем ее горелкой. Нам нужно расплавить данный пластик. Приступаем предварительно, попробуем. Я понимаю, что пластика в принципе не хватает, он уже утрамбовался. Я, кстати, вот вытащил такую вот штуку, трамбовщик. Я нарезал еще немного и продолжим нагревать головку. Дело на самом деле это 5-10 минут, это так кажется, что тут что-то приходится резать. Ну, вы сами знаете, что пластик накромсать это 2 минуты ножницами. Вот в таком этом кипящем виде выглядит. Я разогрел саму головку, и сейчас мы вставляем непосредственно наш болт М5, то, что мне нужно было. Вставляем по центру. Ну и оставляем сохнуть в таком положении. Ну, у нас наконец-то остыла наша заготовка. Я начал ее потихоньку вынимать. Честно скажу, что она все-таки прикипела, пластмасса протекла вниз. Ну, довольно сложно было это сделать. Но сейчас мы все-таки доделаем до конца. Вот так это все у нас выглядит. И теперь нам нужно ее выколотить обратно, аккуратно. И с помощью выколотки потихонечку попробуем выбить. Она уже поддается. И вот, что у нас получается. Да, есть обзелы, некрасиво все. Типа засрали головку, на самом деле нифига, все окей с ней. Это по большей степени краситель повылазил. Вот все вот эти косяки мы сейчас срежем с помощью ножа. И, кстати, пластик очень крепкий стал. Будьте аккуратны при обрезание. Опять же повторю, на всю эту вот все эти манипуляции я трачу на минут 15 всего времени. 5-10 минут нарезали пластик, расплавили, утрамбовали, оставили остывать. Я же вообще поступил проще, я просто окунул в воду эту головку, она остыла за буквально за пару минут. У меня она залилась криво, но я думаю, на работу, именно техническую сторону, никак это не повлияет. Итак, что же я имел в виду? У нас получился вот такая вот гайка-барашек, да, с болтом М5. Что и для чего мне это нужно, в первую очередь? Назначение самое простое. Есть у меня вот такой вот станочек, распиловочный белмаж, и у него есть вот такие вот родные гайки-барашки, тоже на М5. И часто, они, во-первых, несколько штук у меня сломалось, а во-вторых, допустим, снизу здесь, если я убираю линейку и меняю станок многофункциональный, добавлю, что меняю, допустим, с распиловки на строгание, многие вещи, допустим, здесь не используются и будут болтаться, многие гаечки. И вот, допустим, вот здесь у меня уже одна каким-то образом пропало. Когда работаешь в большом количестве материала, зачастую у меня здесь чуть ли не по колено просто стружки, опилок, так как нет аспирации, то зачастую такие мелкие детали теряются. И вот оно вам решение. Естественно, нужно подпилить по длине, выровнять этими гаечками родными, и все у нас будет замечательно. Но еще раз повторяюсь, что данные гаечки продаются.
Вы можете мне сказать, что легче купить. Ну, никак не легче, поверьте. Проще вот это вот сделать. Болтики есть, у меня в большом объеме, накуплены в запасах и в схронах. И залить вот такую вот ерунду, это 15-20 минут времени. Можно залить несколько штук. Но есть другое решение для людей более правильных, которым нравятся красивые вещи, а не технологичные. Я же в первую очередь сделал это исключительно с точки зрения технологичности. Так быстрее и так будет работать. Можно же взять напечатать на 3D принтере вот такой вот. В данном случае это побольше барашек. Я просто нашел модель и не стал экспериментировать с размерами, я сразу готовую вот такой вот напечатал. Это под болт M10, под вот такой вот болт. И выглядит это вот все вот таким вот образом. Соответственно, запрессовывается вот сюда. Можно еще клейку плеснуть сюда. Я думаю, уже не стоит. И вот у вас уже готовая гайка барашек. Кстати, если кому интересно, я оставлю ссылочку в описании на данную модель. И это уже другой клинкорд, это уже выглядит красиво. И пластик, кстати, этот PG, он очень-очень крепкий. Это не пыла, и он не сломается. Так что вот такая вот ерунда. Что же вы берете вы? Вот это вот. Наверное, около 1,5 часов печати. Или вот это. Хоть и выглядит неказисто, но 20 минут времени. На самом деле, это я тоже поспешил и вот залил кривовато. Можно было ровнее залить. Но тем не менее, просто из мусора. Главное, кстати, это делать в проветриваемом помещении, так как очень воняет. Ну, еще раз повторюсь, из какого-то мусора, остатков непонятного пластика можно сделать вот такие вот небольшие барашки. Напишите в комментариях, что можно сделать таким способом еще. Ну, естественно, печатать это у кого есть принтер, любой дурак сможет, как вы сейчас можете также заметить в комментариях. А также вы можете заметить в комментариях, что принтеры есть далеко не у всех. Безусловно. Но это один вид решения данной проблемы, это же другой вид решения данной проблемы.